Ненужный младенец. В районном центре Октябрьский сегодня утром на улице был обнаружен новорожденный ребенок. Девочка лежала прямо на земле, завернутая в одеяло. Звонок в дежурную часть полиции о шокирующей находке поступил от местного жителя около 8 часов утра. Мужчина при выходе из подъезда увидел новорожденного ребенка. Осмотрев младенца, медики установили, девочка родилась вне стен роддома и всего несколько часов назад. Сейчас девочка находится в родильном отделении Центральной районной больницы. По заключениям врачей, ребенку сейчас ничего не угрожает. У нее диагностировали незначительное переохлаждение. Ребенок доношен, здоров. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению родителя ребенка, а также очевидцев произошедшего. Дальнейшую судьбу девочки найденыша определят органы опеки и попечительства. К слову, это не первый подобный случай в нашем регионе с начала нынешнего года. Так, в июне новорожденный ребенок был обнаружен вблизи жилого дома в Красноармейском районе Волгограда.